Все люди счастья высшего достойны. Мы в этот мир явились, чтобы жить. Нам не нужны губительные войны, и очень важно их остановить. Чтоб снова стала наша жизнь красивой, и в мире воцарилась благодать, услышать надо гений России, его учение каждому принять. Пришла пора эпохи пробуждения. Сейчас на судьбоносном рубеже во многих странах суть его учения проснувшимися принята уже. О нем сегодня многие узнали, смогли его понять и полюбить, но вновь клеветники активны стали в стремлении прогресс остановить. Клеветники, вы путь не тот избрали, сегодня очень просто доказать, что сами вы учения не читали или, читая, не смогли понять. И если быть оправданы хотите, на путь добра и совершенства встав, попробуйте найти и покажите пункт хоть один, в котором он не прав. Попробуйте осмыслить суть учения, попробуйте осмыслить, и тогда приобретете радость исцеления и свет любви на долгие года. Бог с любящими рядом постоянно. Как только смогут все его понять, клеветники учениками станут и вместе с Богом будут мир спасать.